Дети – это счастье. У нас много счастья. В семье Максимовых 5 детей. Скучать не приходится. Все заняты своим делом. Одни осваивают железную дорогу, другие фотографируют. И все это под исполнение мелодии на фортепиано. То, что у них будет большая семья, специально, признаются Владимир и Светлана, не планировали. Но тому очень рады. Детям во всем помощь, а главное, есть результат. Успехи в учебе, в спорте, творчестве. За 13 лет совместной жизни, говорит глава семейства, было всякое, но трудности тогда преодолеваются легко, когда есть поддержка. Совет, да любовь, говорят, тоже все, что принимать решения, советуем, вместе принимаем решения. Конечно, муж в семье глава, но немалую роль в успехах семьи играет и супруга. За большие достижения в воспитании детей Светлана Максимова и была удостоена медали материнства. В этом году данную награду получили еще 5 женщин. Эта традиция в областном центре зародилась в 2002 году по инициативе Союза общественных организаций «Женщины Оренбурга». Чуть позже почетными знаками стали награждать и мужчин. Пример того, каким быть должен папа, показал Дмитрий Дубасков. Вместе с супругой он воспитывает 3 детей. Спортсмены, отличники в учебе. Там знают, что нужно, чтобы крепкая была семья. Здравый смысл, убеждение, то есть для чего нужно, как делать, вместе строим план, ну и достигаем. У нас семья держится на папе. Прежде всего, потому что папа пользуется особым уважением, авторитетом, и он всегда за ним последнее слово. В этом году 12 награжденных. Пример того, как нужно вместе жить и воспитывать детей. Отбор был достаточно сложный, критериев было много, но, опять же, главное – это очень достойные мамы и достойные папы – это лучшие из лучших. А вообще многодетных семей в нашем городе становится все больше. На сегодняшний день их число перевалило за 1000. И в мэрии еще раз заверили, что таким семьям всегда будут оказывать поддержку. Екатерина Волкова, Дмитрий Примачек. Наше время.